Резкий спад подростковой преступности в городе Орехово-Зуево в Орехово-Зуевском районе зафиксирован по итогам 8 месяцев 2017 года. Об этом журналистам рассказали на брифинге в межмуниципальном управлении МВД России Орехово-Зуевское. В отчетном периоде подростками было совершено 33 преступления против 60 2016 года. Среди общего числа преступлений выделяются кражи, а также преступления экстремистской направленности. Кроме этого, часто фиксируется причинение побоев. Как правило, несовершеннолетние больше всего совершают краж группы лиц в сетевых магазинах. И данный факт остается печальным. Составить типичный среднестатистический портрет малолетнего преступника сложно. Вовсе не обязательно, что на преступления идут дети из неблагополучных семей или отпетые хулиганы. Но, как правило, нарушают закон подростки в возрасте от 12 лет и старше. Как правило, совершают дети незадействованные во внеурочное время и из-за отсутствия контроля со стороны взрослых. По признанию полицейских, родители малолетних преступников делятся на две категории. Одни пытаются разобраться и винят себя в том, что случилось. Другие же сами не понимают всю серьезность ситуации. Когда говоришь о том, что ваш ребенок 14-летний совершил кражу вместе с другом, группой лиц, и он совершил преступление, пусть сумма ущерба совсем ничтожна, 49 рублей, они сухарики крадут, семечки крадут. Родители округляют глаза и удивленно спрашивают, и что здесь такого? Работа полиции в области борьбы с подростковой преступностью сегодня ориентирована на профилактику. Эта деятельность предполагает не только беседы с подрастающим поколением, но и встречи с родителями. Самое важное сейчас – донести до тех и до других всю тяжесть ответственности даже за, казалось бы, незначительные преступления.